Sono sto facendo. E poi lo senta proprio tu dai pezzi a proprio durante. Tu faccio ti sei posto un braccettino e lo spassato. Non c'è alternativa. Fino a poi sarà dopo, vai. Non so se ne prende un po' per volta, venite. Se lo so pazzire. Sprechen wir doch auf den Punkt. Ich hab Problem сразу. Точнее, потому что мне это нужно сбивать, наоборот. Еще какие-то эти... А мы сразу отправили. Ну, пока разворот, забираем. И улетаем. Ну, это все можно пока захват, так сказать. Захват работает, потом он на базе еще. Ну, не знаю. Вот этих каких-то отдельных тех баз. Сервисный центр. А, ну, ну, ничего не понял. Фаянский. Туда придет. Вам пожалуйста. Ну, это с вылетом вниз. Это дезинтегратор. Ну, посмотрим, подберет он, наверное. Роза отдавая. Шестнадцать тысяч. Ну такой себе. Ну тоже выгодно.
Урбан 446, защита 30, 29, короче 500 плюс 30. Дезинтегратор 82 400 данных. 73 резонатор. Движка сама упакована. По последнему слову техники. Валерианы. Бомбайкарбан. Опять куда-то отвалился, да? А всех раньше починил их обратно. Сорок кило, у нас еще 3 миллиарда на них. Да, вот правильно, я шандарахнулся со всеми. Ракета вперед, да. А кнопки нет. Прошло партия, говорит, мы давно разбили, теперь приходится вести огненные действия. Без пения самых действенных советов. Как будто ты сам видел, штинка не улетит. Лесу. Короче. Обратно на вере за 30. Даже что сказать. Надо подумать. Нормальные расценки. Так, слёгаем за дезинтегратор. Вот там бой идёт. Нормально не смотри. Если кроме нас никто не видит. И перекинем им еще за 30 штук это забрать и верить туда. Пакенда. Это еще требует. Нам не хватало. То есть на генератор нужно.